Excuse me, Jimmy? Yes, yes, continue. Oh, already? Okay. Yeah. Okay, okay, lines and spaces. Okay, lines and spaces. Very good, very good. So, Nikti, of you, you can play some music, some good stuff, yeah. Singing, try singing. Yes, love singing. Singing is soul and speed. It develops your soul, the soul feeling. Yes, very useful. Musical creature, yes. Pure musician, yeah, pure music. Pure musician. Very well, very well, very well, very well. Ладно, понял тебя просто. Very good. Okay then. We see you later then. See you. We see you back then. See you back then. Back there. Bye. Okay, bye. Bye, darling. Honey. Остается играть, но играть, да. Просто мы долго думаем. Hey, nobody likes me. Оборот, оборот. Да.
Да. Да, нормально как раз. Ну это есть на самом деле. Hot watermelon. Ну да, понимаю, друзья, так говорю. Ну, я просто как бы да. Да. Ну это есть на самом деле. Вот я и говорю, видишь, людей, которые деньги зарабатывают, они уже знают, как это делать просто. Да. Они уже знают, что так не надо. То есть как бы не надо, понимаешь. Не надо делать.
Мы настолько крутые, что мы шапку называем с перьев, с пухом. Позелит этот. Да, я понимаю, это... Ну, значит, не за это надо платить деньги, за что-то еще можно. Или за инклюзит, как говорится. Ну я чего не могу. А, то есть вот это имеет в виду. Да, там никто не смотрит. Вот эти бомбы там. Да. Наверное, нет. Вот я понял вас. Да. Да. Это был он сам, да. Да. Да нет, да нет, вот нет. Ну это, ну вот это и было. Ну вот это и было. Ну вот это и было. Быстрее мой. Быстро говори ему, что ты один тут будешь лечить. Один на себя будешь. Да, да, да. Ну, да, про тебя, да, спортом заниматься, да. Да, да, да. 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 Вот видишь? Ну, ладно. И что знаешь, что будешь делать, да. А жить на что будешь тогда? А как ты. Да. Да. Серво, серво. Пародии, пародии. Да ну что вы делаете, что вы такое? Да, да, да. А, просто так уже, да. 15 публикаций, что ли, я искал там где-то. Вот это и вот. Вот это и вот. Ой,
С Гулькина, кажется, эта штучка. Надо загорать. Так не надо загорать. Ну, нормально, конечно. Вот это интересно уже тоже, да. Я поняла. Я не хочу этого.
Да, вот это я говорю. Ну сейчас что я попробую. Ну-ка. Ты серьезно? Да, это у меня. Ну вот это есть, по своей тематике, да. Нет, что ж, наоборот. Ну и это, ну и что, и найдешь себе, да. Да, понимаю это уже. Ну и что? Да что? Наоборот, да, понимаю, на тебя, да. Да, да. Бить нас, ну, за философию дальше, да, философию. Кто-то должен выжить это как минимум. И выживает не только, да, понимаешь. Женская сторона — это когда много зергов, и кто-то все равно выживет. Но это не мужская сторона, понимаешь. Тогда должна быть матка, которая неподвижная и их рожает. Это нормально, это женское как бы. Вот тогда ты, если вот что-то есть хорошее, тогда ты вот это и оно и будет. Что ты свою жизнь прожила полностью для любви, для всего вообще, да, то есть как бы, да. Всю жизнь прямо, смотри, если ты ребенка родила, минимум 3 года надо с ним сидеть. Пока там, да, понимаешь. То есть как бы, да, понимает она тебя. Что поделать, значит, понимаешь. Это не касается, да. То есть ты представь, а если у тебя, если ты здоровая и замужняя, и у вас все нормально, ты представляешь, какой ужас, да? Ну я шутил уже так. Не надо так, да. Это все, конечно, не понимаю. Ладно, все знаю. А мужская тема — это когда мало кто, но они выживают, понимаешь? Просто потому что они не лезут куда не надо, например. Потому что они знают, ведают, понимают, умеют, да, понимаешь. Просто они, да, не потому что они такие, вы такие смиренные, спокойные, как это стадо баранов, паси нас куда-нибудь, да. Великий Вельзевул, это самое, кто-нибудь. Это и без тебя, и так, если ты и так вот верующий такой прям, оно и без тебя так будет, понимаешь? Ну, да я, к примеру, тебе говорю, что это как бы не твое ума дело, что там у них там. То есть твое дело, у тебя, ну, допустим, то есть ты плохо, значит, ты хороший верующий, ну, я тебя понял уже, да. Да, то есть, что тебе остается? Славу добывать, мирской, то есть, как бы, суть того, что происходит, да, то есть, но он про себя так говорит, ну, это, он про себя так говорит, просто, ну, неважно, короче, быть мужиком, да. То есть, умудрять себя и получать навыками, да. Что за бред, да, он себе так говорит, наоборот. Жизни, понимаешь, жизнь, как ее прожить, типа, надоел уже просто, да. Переврался, да, знаешь, что твоя жизнь. Он о тебе себе так говорит. Ну хорошо, значит, мужская тема не выживание, а только злоба, да, понимаешь. Только злоба и агрессия, понимаешь. А все, что хорошее, это просто потому, что ты к женщине прилепился, и поэтому ты смиренным становишься. То есть ты, да, и она умный, а ты смиренным, да. Она большой, красивой становится, а ты маленький, умный. Или наоборот, не знаю, короче, надоел. Ну это как минимум, понимаешь, если ты, да. На потоке, типа там, да. Ну, хорошо, но наоборот, значит, ну в мире оно не так. То есть таких сил в мире не существует, так они не действуют. То есть, да. То есть, если счастье состоялось, то вы меняетесь ролями. У тебя, да, понимает она, да, типа того, да, про это говорит эти. Я вот и. Да. Ну я так не думаю просто.
потому что не то, что я, ну как бы я не думаю, что я уверен, что это не так, понимаешь? Потому что если у тебя тело мужское, то ты живешь как мужчина до конца своих дней. И управлять будешь только мужским телом своим. Только своим, да, только, ну как бы, что тебе непонятно, что ли? Ты нужен только для цивилизации, ты нужен только как мужчина, а не как, да, притворная женщина, как будто ты женщина, да. Ну да, да. Ну она про себя так думает. Ну это чё, и чё, что это меняет? Ну, и чё дальше? Ну, да, просто, да. Нет, ты представь, что я сейчас где-то работаю, получаю какие-то деньги. Чё, у тебя проблема, что ли, какая-то? Поняла тебя просто уже, да. Что-то как-то тускло. Да, это уже так вот. Война просто. Да наоборот, потому что. Ну а что, ну и что? Тогда работает уже. Было какое-то ограничение у них сейчас что-то вроде на автороликах что-то. Что-то дальше. Да, пусть все вернулись. Да. Ну вот это есть. Да, просто да, я про себя так говорю. Да, нормально. Наверное, как-то так. Потребление — это женская тема, понимаешь? Да. Не мужская, как бы. Да. Если ты жизнь свою будешь, как бы, да, да, да. Ну, это правда. Ну, и что? Давай так. Александр Македонский, что сейчас помнишь? Великий там, вы, да, типа, ты хочешь такую жизнь прожить, что ли? Ты серьезно, ты думаешь, это мужик, что ли? Он как, да, понимает. У него даже детей, по-моему, не осталось. Я точно не уверен. Я как просто тебе говорю, что... Как, ну, он про себя говорит. Мне это не касается. Ну, а может, и осталось, черт его знает. Будь смиренный тогда, знаешь, это же мужская черта. Вот изначально мужики от природы, или вот они задуманы Богом, чтобы быть смиренными, или просто, да, да, понимаешь. Во что ты веришь? С хорошей кармой будешь, если ты будешь смиренный, как баба, как корова. Ну, ничего, значит. Ну, это твои проблемы, если у тебя это агрессивно. Смотри, у тебя проблема, потому что ты сразу же агрессивным становишься. Это говорит о том, что ты очень developed, ты очень культурный. Ты говоришь, что если не смиренный, значит сразу уничтожать надо всех. Надо всех грабить и все это самое, да, херить, короче. Это твои проблемы, но долго ты не проживешь, как бы, да. Как минимум, и твои цели не касаются того, чтобы всех ограбить. Потому что ты от этого ничего не наживешь. Ни добра, ни ума, и решили, чтобы всех убить или даже поработать. Ты баба ставишь. Да. Ну и что, ты весь мир поставил на колени, ты Дарт Танатос какой-нибудь, типа.
всех поставил на колени, всех там, кого захотел, убился, и никто ничего про тебя сказать вообще не может. И ты типа такой, это самое, и что дальше? Ну вот и все, ты баба просто, да, понимаешь? То есть, когда, ну как бы ты всегда не своим занят, понимаешь? Ты всегда ограничен, ты как бы все время только, да, да. Как крыса, да, то есть постоянно понимает, как бы ты не мужик, не, да, 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 ты не я, мужик, ты баба, ты только все время, да, че, спрут какой-то, да, да, просто, ну, братва, братва просто, да, просто бытовое дно, уровень животного, понимаешь, животное, не, это не в упрек тебе сказано, а просто уровень животного, которое не может, как тебе сказать, ну, он о себе так думает просто, да, он про тебя так думает, нет, он про тебя, ну, вот это он имеет в виду, да, вот он, да, ну, это про себя так думает. Какое спасение от этого, от своей тупости? Подскажешь мне сам, нет? Какое спасение от того, чтобы чужими делами не заниматься? Какое спасение? Кто мне подскажет? Есть бизнесмены где-нибудь там, или мужики просто даже, какие-нибудь байкеры хотя бы даже. Не знаю, что-нибудь мужское от вас осталось, нет вообще, на самом деле. Будешь все время сосать, понимаешь? Ты будешь байкером? И выходить с какой-нибудь хуёвой работы и насасывать по полной этого мира, да, нет. Свободно, не будет, наверное, просто отрадно, понимаю.